The North Caucasus is one of the regions with the most diverse ethnic people groups. Let me introduce you to one of my friends here, Emma. She is a full-blooded Armenian, but was born and raised in the North Caucasus. She loves photography and painting and just recently into table setting. She'll actually show us a sample of it later. Also, she will teach us step by step how to bake her favorite dessert. Let's chill out first and maybe learn a couple of Armenian phrases. So, in Armenian, actually, we say hi in a very soft and beautiful manner, like Barev. I'm glad to see you. We will say Yes Urachem Zes Desne. Yes Urachem Zes Desne. The word thank you in Armenian, it sounds like Shnorakalutyun. Emma is really friendly and welcoming. Let's watch her bake. My favorite bun is gata. I'll show you how to bake it. Let's go to our kitchen. Я смешала 2 стакана муки плюс 1 стакан кефира. Я просто такими движениями плавными перемешиваю, просто мешаю. Плюс нам понадобится 250 грамм сливочного масла. Для мягкости мы кладем у нас прям в тесто масло. Не все масло мы кладем частично. Оно нам еще понадобится для начинки. И мы все тщательно перемешиваем. Положим на минут 40 в холодильник. Оно должно настояться. Оно очень мягкое и приятное на ощупь, потому что мы положили сливочное масло. Her passion for table setting has started last summer. She loves organizing meetings for ladies who are interested on topics such as self-growth and positivity. The events had helped her to discover her passion for table settings. She has been collecting different textiles, candles, and other stuff that would be useful for decorating. She is clearly such a talent. Now she is inviting us to their living room to tell us more about her family and culture. Опять же, бабушка и дедушка изображены. Армяне почитают семейные ценности в целом. Это армянский алфавит. И со мной родители не говорили с детства на армянском. Почему? Моя мама, она не знала армянский язык. И поэтому папа ее только начинал учить армянскому. Армянскому мама сейчас говорит красиво на армянском языке, а мы с сестрами, ну, мы не говорим прям красиво, то есть мы понимаем армянский язык, это очень красивый язык. Я бы хотела говорить на нем чисто, но так получается, что для меня это реально сложный язык. Я говорю какие-то фразочки, но не знаю его прям очень хорошо, как русский язык. Часть теста ровно напополам. Такой почти, да? Одну сюда кладем. Обожаю этот десерт, он очень милый, классный, легко готовить. 20 минут всего лишь. Обычно традиционно армянские блюда, их так сложно готовить, очень долго. Реально очень долго. Вот, а этот мне нравится. Очень важно, что тесто должно быть, вот знаешь, оно прям мягкое, как крем. 2 ложечки сахара, вот так. Мелкими-мелкими, такая работа прям. Мы теперь закручиваем это все. Раз сюда завернула, и я кручу, как бутерброд. Вот так аккуратно берем. Разогрели духовку. И мы сейчас делаем 180 градусов. Мы берем 2 желтка, и наша задача их перемешать. Просто жидкость, чтобы была, да? Это нам надо, чтобы наш десерт был румяный и красивый.
Вот такими движениями. Вот. Мы сделаем благодаря просто обычной вилке. Это будет красиво, когда это испечется, это будет реально красиво. Вот оно друг от друга должно стоять, потому что оно пышное будет. Делать вот такие прорезы. Зачем? Чтобы у нас была красивая форма, да? Мы ставим на 180 градусов, да? И ждем 20 минут. Оно, знаешь, сладкое прилипло уже. To complete our experience, she made an Armenian coffee to partner with our dessert. Пока пенка поднимется, нельзя уходить, иначе мы пропустим этот момент, и кофе будет не тот, без пенки, некрасивый. А нам нужна красивая пенка. Смотри, какая красивая пенка. Украшение даже, потому что коричневая, коричневая и коричневая. Я просто кладу вот сюда для украшения. Занимаюсь сервировкой, меня это успокаивает. Когда я играю с деталями, я думаю так, что куда поставить, как бы поправить. Все, я вся в процессе, я больше не думаю еще о чем-то, да?